каждый из нас что-то строит. Кто-то карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это большая стройка, а наша работа – за ней наблюдать. И сегодня мы в селе Вилина Бахчисарайского района, где строят... Сейчас, на секунду. Здравствуйте! Вот скажите, пожалуйста, а что здесь строят? Здание детского сада. Вы так перезадумались. Детский сад такой красивый. Не ожидал вас увидеть просто. Пойдемте посмотрим. Ну, у вас не садик, а конфетка, такой красивый, нарядный. Скажите, что ждет местных жителей, что будет внутри, чем будет отличаться новый садик от того, который был раньше? Ведь это же реконструкция. Ну, такая немаленькая предыстория. Этот садик простоял с 93-го года, кажется, настолько. В 85-м его сдали, до 93-го года он работал. С 93-го года была заброшена территория. Если посмотреть, что здесь было раньше, здесь сплошной заросли, кустарник, деревья высохшие. Когда мы приступили к работе, но никто не верил, даже, говорят, администрация на нас немного сомневалась. Местные жители ходят в ожидании, когда сдастся. Заглядывают нас... через забор, да? Ну когда же, когда? Тогда... Моя внучка очень хочет туда попасть. Вот. Так что я желаю, чтобы они построили быстрее и дальше еще строили. Много-много всего. Площадок, садиков, каких-то, чтобы для мероприятий детки ходили к нам. Чтобы много-много чего-то было. В нашем селе один действующий садик. Не хватает дети. У меня 7 внуков, и ни один из них не ходил в садик, потому что мест не хватало. Но вот еще у меня остались 5 лет и еще одна 5. Может быть, попадем в этот садик. Мы очень довольны, что строится садик. Таких садиков надо больше, потому что детей очень много в Вилино. И мы хотим, чтобы садик этот достроили, и мои внуки, чтобы пошли. Мы очень довольны. Понятно, что садики плюс-минус везде одинаковые, но тем не менее, вот конкретно в этом особенности какие-то есть. То есть будет, понятное дело, уютные комнаты, да, утепленные, все как положено. Что еще? Новый, абсолютно новый пищеблок, вновь пристроенный. Угу. Современное оборудование. Как заведующий говорит, мы надеемся, что будет и пароконвектомат, но, скорее всего, это в новой комплектации все предусмотрено. Предусмотрены места для входа, пандусы для лиц с ограниченными возможностями. И 2 лифта построены специально для этого. Оборудованы. Тоже для людей с ограниченными возможностями? Да. Слушайте, санузлы, ага. Душевые даже есть. И современные новые группы. Новое оборудование применяется, мелочь вроде бы, радиаторы будут в виде там мультяшных каких-то героев. Угу. Ну что, пойдемте посмотрим внутри, да, а то мы все вокруг да около ходим. Как говорят строители, садик готов процентов на 90%. И действительно, внутри еще ничего не обжито, не обустроено, но уже есть вот такие вот милые детали, буквы, цифры. Малыши смогут их осваивать уже совсем скоро. Садик рассчитан на 240 мест. В данный момент реконструкция идет полным ходом, без выходных, в 2 смены. И процент готовности более 90% на сегодняшний день. На этом объекте работают 62 строителя, причем трудятся усердно, без выходных, для того, чтобы поскорее сдать объект в срок. Пойдем дальше. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь, пожалуйста, тоже. Как ваши дела? Хорошо, все отлично, работаем. Продвигается? Продвигается, да. Все классно? Все классно. Все чистенько, все ровненько, все почти готово. Молодцы. Видите, и женщины, и мужчины, все молодцы. Все работаем, да. Мы пойдем туда тогда, не будем вам мешать. Спасибо, до свидания. До свидания. Вот, видите, во всех уголках. Везде здравствуйте. Везде строители. Так, держать. Да.
Поэтому сегодня уже и выходим на финиш. Все внутриплощадочные сети закончены. Фасадная часть и внутрянка уже практически вся выполнена. Осталась слаботочка. Установить пожарную сигнализацию, видеонаблюдение. Установить малые архитектурные формы детские площадки. Они все уже на площадке, как мы видим, собраны. То есть уже практически выходим на финишные работы. Надзорные органы за этим очень хорошо следят. И для того, чтобы построить такую площадку, там прорабатывается все пошагово. Каждая конструкция, она проходит определенные испытания. И эти испытания в конечном итоге избавляют детей от травматизма. Ну, скажем так, для того, чтобы повредить что-то на этих площадках, я думаю, это надо сильно постараться. Ну, в этом тоже есть талант у детей. Ну, надеюсь, что талант они будут проявлять в другом. Да, мы тоже надеемся. У вас есть дети? Да, я отец троих детей. Вы отец троих детей, круто. Да. Ну, скажите, вот вы смотрите как отцовским взглядом, давайте не строителем, а отцовским. А, классные? Классные будут активности? Тут что тут будут? И качели, да, я смотрю, и горочки всевозможные, какие-то прикольные... Что это, лестницы? Это лестницы. Лестницы, горки, канаты. И это не просто покататься с горки, и ну, эмоции – это самое главное для ребенка, но плюс к этому – это физическое развитие, потому что ребенку нужно тратить энергию, а с помощью правильного подхода, я думаю, эта энергия будет направлена в нужное русло. А это уже село Маловидное, тоже Бахчисарайского района. Здесь строят, точнее, уже практически построили новую школу, где будут учиться дети из сразу четырех сел. Настолько это важный и нужный объект. Пойдем проверим его готовность. Сейчас уже работы на финише, идет благоустройство. Идет к окончанию внутренняя отделка, кровля уже закончена, ну, фасадные работы. Ну, основные работы – все. Готовность этого объекта 95%. То есть, что называется, остались последние штрихи. Пойдем посмотрим, что внутри. Совсем скоро лестницы строительные заменят на лестницы спортивные. Здесь появятся шведские стенки, а также детки смогут заниматься баскетболом и мини-футболом. Вот здесь, кстати, уже подготавливают для этого специальный паркет. Ну что, что в этом деле главное? Ух ты, как у вас лук так. Рука, шпатель, да. Лопатка. Вот здесь, берите отсюда и машьте сюда. Уже? Да, можно. Машите. Налево. Вот и все. Дети, ну все для вас. Что вы смеетесь с меня? Я что-то не так делаю? Вы когда работаете, думаете про детей? Я думаю, как свой карман набить. Зато честно. А чего действительно? А чего? Вы молодцы. Четвером всю школу. А нам сказали, что здесь 160 рабочих. А все классы и коридоры как бы сделали мы четвером. Все на вас. Да. Запомните это лицо, дети, когда захотите порисовать на стенах. Скажите им, чтобы они не рисовали ничего. На стенах рисовать нельзя. Поняли? Делаем на качество. Вот так вот. Стараюсь, между прочим. Антон Игоревич, ну вот это у нас, я так понимаю, будет футбольное поле, да? Да, вы все верно понимаете. Расскажите, чем смогут, какими видами спорта еще смогут заниматься дети? Футбольное поле будет постелено спортивным газоном. Тут есть система полива, чтобы он прижился и нормально дальше функционировал. Угу. Вот. Здесь будут футбольные ворота. Угу. Здесь будет у нас прыжковая яма. Ее песком заполнят. Дети будут разгоняться, прыгать. Баскетбольную площадку, она будет совмещена с волейбольными сетками, то есть она такая двухфункциональная будет. Да, воркаут-зоны две. Класс. Разных направленностей для детей разных возрастных групп. Там вот дальше мы видим еще в процессе подготовки у нас зона препятствий, ну полоса препятствий. Там у нас будет ров,
для метания гранат. С крокодилами? Нет, не с крокодилами, но для метания гранат. Ага. Там лабиринт, потом разрушенный мост. Угу. И для отработки стрельбы лежа еще стеллаж такой специальный. Ну, что и с прекрасным видом на море все. Да. Да. Нас с вами ждет здоровая нация с такими спортивными площадками. Вот что я вам хочу сказать. Бахчисарайский район полуострова хорошеет на глазах. Здесь появляются современные детские сады и школы, потому что строители делают все для того, чтобы... Чтобы дети воспитывались в правильных условиях и родители воспитывали их в правильных условиях. А все остальное, ну, скажем, это был фундамент, который мы заложили. А все остальное зависит от вас. Чтобы дети и родители ходили в новый уютный садик, который мы строим с любовью. Самое главное, чтобы наш труд не прошел даром, чтобы не разнесли этот садик, чтобы он простоял, ну, то, что у нас идет гарантийный экзамен 5 лет, это понятно. 50 лет как минимум должен садик отработать. Каждый учащийся, который здесь будет учиться, добился определенных высот в этом нашем сложном мире, чтобы у него все получилось, и он наш регион только превознес. Чтобы дети ходили в новую школу, которую строим мы на совесть. Чтобы данный детский сад приносил только радость всем детишкам и их родителям.